где-то неделю назад. Конкурс «Мисс Весна», и я там участвовала, заняла второе место. Поздравляю. А у тебя что интересного было? Мы с Алиной... Ну, Алина мне на «Мисс Весне» плела прическу. Прическу? И ты участвовала в этом конкурсе, да? Да. А уроки какие вам запомнились в этом учебном году? Ну, мне больше всего нравится математика. Математика и русский язык. Математика и русский язык – любимые твои уроки, да? И английский еще. И английский еще? Ну ты вообще, а у тебя какие? Рисование, труд. Рисование и труд. Музыка. И музыка, ясно. А любимые учителя у вас есть? Или все учителя любимые? У меня любимые учителя – это Галина Витальевна и Татьяна Николаевна. И Татьяна Николаевна, а у тебя? У меня любимый учитель Марина Дмитриевна. И что вы хотите им пожелать? Всего самого лучшего, чтобы никогда не болели.